Кто это? Это Шрек? О боже мой. Ладно. Всем здорово, народ, с вами Флит. И сегодня мы поиграем в игру, которая как бы копия Слендера, но это не Слендер, но она копия. И чтобы начать играть, нам нужно нажать... Синглплеер. Шрек is love. Шрек is life. Это, как я и сказал, как и Слендер, нам надо собирать только не записки, а луковицы. Серьезно. Нам надо собирать луковицы, и после того, как мы соберем 8 луковиц, мы победим... Что за странные звуки? Подождите, меня это немного напрягает. Давайте побежим дальше и посмотрим, может там что-то будет все-таки интересное. Ну, вот я что-то вижу, что-то горит, и там по-любому что-то должно быть. Так, давайте забежим-ка в дом и посмотрим. Дом, дом, горит, дом, дом, дом. Осел, нет, осел, осел! Встань, осел! Осла уже не спасти. Так, ладно. Здесь ничего нету? Просто горящий дом? Ладно, деревья я вижу. Так, это что, кто это? Это Шрек? О боже мой. Ладно. Давайте попробуем еще раз. Шрек любит, Шрек жив. Сказал Бог в 2013 году. Попытка номер 2. Пройти эту игру. Она очень странная. И я не вижу ни луковиц, никого. Я нашел Шрека, который издает странные звуки. И ничего больше не делает. Так, это Шрек насал, наверное. Лужица какая-то. Боже мой, а что я должен делать в этой игре? Она очень странная, и здесь ничего нету. И... О, подождите-ка. Вы посмотрите, что это? Это же луковица. Отлично. Я нашел одну луковицу, но... Почему он все время говорит? Давай, давай, давай. Где же луковица лежит? Может, здесь? Нет? Нет, ребят. Ну ладно, луковицы здесь нет. Может, опять зайти в горящий дом, и там что-то будет? Хотя не факт. Но мы попробуем, потому что там что-то обязательно должно быть. По крайней мере, горящий осел меня очень забавляет. Горящий осел. Привет. А, здесь никого нету. Кроме горящего осла, конечно. Гулять по лесу, это ж так весело. Это так забавляет. Интригующе. Вообще, это Слендер, и он должен быть страшным. А ну, сделали вид, что вам страшно, потому что мне вообще нифига не страшно. Особенно горящий осел, он забавляет на самом деле. Но я не вижу здесь ничего даже пугающего. Я даже Шрека теперь не вижу. Не то, что луковец. И почему мне фонарик какой-то странный, он бесконечный, что ли? Серьезно, ребят, здесь ничего нету. Вы можете брать своих детей и водить по этому парку. Выгуливать своих собак. Но, по крайней мере, я нашел вторую луковицу. Ребята, вторая луковица. Ууу, можем теперь тусоваться и веселиться. Боже, какие странные звуки. Такое чувство, Шрек все-таки посрал уже где-то. Ладно, пойду опять посмотрю на горящего осла. Это очень весело. Горящий... тебя же здесь не было. Горящий осел. О боже, о боже! Какого хрена? Что происходит? Нет, Шрек! Шрек, не делай этого! Шрек, стой! Шрек, стой! Шрек плохой, не иди ко мне! What the fuck? Беги, беги, беги! Шрек, не делай этого! Шрек, нет, Шрек. Успокойте его кто-нибудь. Блин, я застрял, беги уже. Тут. Я вижу
четвертую луковицу. Это четвертая луковица. Шрек, иди нафиг. Так, отлично, мы убежали. Hi, everybody. Отлично, у нас есть четвертая луковица. Ну, четвертая луковица, это уже хорошо, по крайней мере. У нас уже есть 4 из 8, и нам осталось найти всего 4. Это как половина видео, наверное. О, боже! Этот Шрек идет на меня, он и... Блин, он прям за мной. Мне это очень не нравится, мне это совсем не нравится. Я прям чувствую. Так, туалет, пожалуйста, ну в туалете, ну в туалете. Такое чувство, кто-то посрал такой. Странные звуки. Да хватит дышать мне за спину. Блин, я уже слышу, как Шрек приближается. Шрек, не делай этого. Шрек, я освободил твой туалет, там больше нет луковиц. О боже! Шрек, нет, Шрек, Шрек, Шрек. Не делай этого, Шрек. Шрек! О, я вижу ее. Но я слышу Шрек, он прям мне в спину дышит, он там, вот, он там вот. Так. Какое-то странное болото. Но мы нашли 6 из 8, вы понимаете? Нам осталось всего лишь 2. Две. Шрек, не делай этого, пожалуйста. Давай беги, мой парень. Двигай ногами. Свети в него фонариком. Блин, как он быстро бежит. Это не Шрек, это уже какой-то спортсмен. Кто-нибудь из выкройте этого Шрека. Мне уже страшно и не по себе. Он бегает за мной и хочет меня съесть. Да хватит, Шрек. А, все, он пошел. Он не может пройти, он просто застрял. Ну а на этом все, ребят. Если вам понравилось, поставьте большой палец вверх, подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока. Хей, парень, если тебе понравился ролик, покажи его своим друзьям. Чем больше людей смотрит, тем быстрее я выпускаю ролики. Все, с вами был Фрид, всем удачи, всем пока.